Вот за что я ценю очень людей, которые добились каких-то вершин в какой-то профессии. Не потому, что они там супер талантливы. В основном это добиваются вершин те, кто вот свой талант, превозмогая лень, да, какую-то неуверенность в себе, начинает бить и бить и бить в одну точку, повышая и повышая и повышая из года в год свой профессионализм.